Здравствуйте, дорогие друзья, подписчики, гости моего канала. Хочу показать вам видео о победе над вредителями орхидей. Вредитель пока до сих пор еще не опознан. Девчонки мне еще в комментариях не написали, как, возможно, он мог называться. По внешнему виду это похоже на малюсеньких гусениц. Много ножек, рожки. Бегают, ползают по коре, по грунту. Нашла я их в орхидейке малюсенькой, типа камбрии. Вот, она была цветашка. В грунте, состав грунта был кора, мох, сфагнум. И когда я это все высыпала, удалила, орхидеечку достала из горшочечка, там еще был торфяной горшочек. Вот. Вот этих вот чудо-гусениц выползло оттуда немалое количество, больше десятка, что-то около 20 штук. И они все были практически одного размера, в размере сантиметра где-то приблизительно. Все многоножки, все с усиками, и все ползали себе кто куда хочу. Средства я применяла искру, потому что у меня дома была только искра на данный момент из таких более сильных препаратов. Несмотря на то, что многие говорят, что искра не для орхидей, скажем так. Вот. Но искра мне помогла. Помогла, конечно, не сразу. Я была в панике. Первое свое видео, когда ползали все эти живности, я записала. У меня реально была паника. Я не знала, что мне с ними делать, как они называются и каким средством их травить. Вот. Орхидейку я замочила. Стояла она у меня более 20 минут в этом растворе. Затем я удалила полностью ее с горшка. Горшок с грунтом я выбросила. Корешочки все почистила. Освободила полностью всю корневую систему от торфяного горшочечка этого. Вот. А всех вот этих живностей я перелила в одно ведро, в котором у меня была растворена одна таблетка искры. Вот так искра все-таки справилась с этими вот чудо-гусеницами неопознанными. Но времени ей на это понадобилось около 1,5 часов. Ну, чуть больше 1:10, 1:15, 1:20, где-то так. Вот, и только спустя вот такое вот время вот эти гусеницы перестали плавать, ползать, пытаться выбраться из горшка, из воды, из субстрата. Перестали убегать. Многая часть из них утонула, то есть осела на дне. Еще пару штучек плавают сверху. Вон там еще в уголочке одна плавает. Конечно, зрелище не из приятных, когда они все бегают, ползают у тебя по горшку. Но слава богу, искра справилась. Даже есть еще такое впечатление, что не все до конца погибли. Я подожду до конца еще где-то минут 30 хотя бы. Я помариную вот эти вот живности. Удостоверюсь в том, что они погибли. Только потом я вылью всю эту воду, состав с препаратом, скажем так, вон. Ну, очень живучими оказались, конечно, вот эти вот чудо-существа. Даже вон еще она все-таки еще шевелится. Если вы видите, она еще пытается шевелиться. Вот такие вот чудо-насекомые. Ой. Ну, искра молодец. Практически все сделала. Конечно, понадобилось ей на это время. Вот такой видеообзорчик про вот таких вот чудо-юдо травоядных вредителей орхидеи. Всем удачи, всем хорошего настроения. Самое главное, не сталкиваться с такими паразитами. Пишите комментарии, может кто-нибудь все-таки узнал вот это существо.
Хотелось бы все-таки знать, может, кто-то сталкивался с ними? Как они называются? И какими еще препаратами можно обезвредить данный вид паразитов? Всем счастливо! Пока-пока!